Это ручки, которые с исчезающим членом. А вот смотрите, бюллетень — это же мой голос. То есть я могу и не голосовать, с собой забрать его? Почему? Нет, хорошо, а где нормативчик, я не могу забрать? Нет, вы мне покажите, что я не могу забрать. Наталья Владимировна, у нас есть председатель. Председатель, пусть покажет. Наталья Владимировна, будьте добры. Вот смотрите, бюллетень «Мой голос». А если я не достойный, за кого голосовать, я могу сразу за кого не подписать? Не можете. Почему? Где это? Я говорю, ну, закон какой-то, вы мне должны как-то аргументировать, почему я не могу. Вы говорите, это мой голос. Поставьте против всех. Нет, против всех это не голос. Я хочу его на память набрать. Вы выразили свое мнение, чтобы никому не доверяли. Просто вы, если не можете, то я смело могу его забрать с собой. Верно? Я сейчас посоветую. Посоветуйтесь. Нет, вы оформляете, почему? Нет, подождите, мы сейчас оформим, вы не дождетесь ничего, не изменили бюллетеня. Нет, почему? Я законопослушный гражданин. Я же спросил. Подождите, пожалуйста. Подождите. А наблюдатели знают на это? Будьте лет наблюдателем, просите наше дело отметить. Наблюдатели. Я не могу комментировать. Нет, ну вы не знаете. Я не буду комментировать. Вообще у нас есть количество бюллетеней и количество избирателей. Сколько избирателей расписалось, столько бюллетеней должно быть проявлено. Если у меня не хватит хотя бы одного бюллетеня, мы будем сидеть дома, пока мы не найдем или пока кто-то где-то что-то нам не скажет. У нас не сойдется молодые учеты, ничего не понимаем. Не-не, я понял, понял. Просто, ну, вы должны законно мне указывать. Если вы не будете голосовать, мы не должны брать. Нет, если нет достойности. Почему? Если вы мне сейчас не дадите бюллетень, это нарушение моих конституционных прав. Правильно? На каком основании? Нет. Я все узнал, закона нет. Хорошо, если это закон, вы укажите мне, что это за закон. Ну, сейчас решит представитель, у нас есть правоохранитель, пожалуйста, все не решайте. Вот, пожалуйста, представитель власти, он сейчас расскажет про вашу проблему. Расскажите мне про бюллетень. Что еще раз? Бюллетени для голосования пришло уносить. На каком основании? Нет, вы нет. Только вузы. Хорошо, законный номер закона, статья, как что именно? Давайте, вы не представились еще, когда подошли. На основании закона 67, федеральный закон, 12 июня 2002 года запрещено выносить бюллетени. Такого закона нет. 67 закон. Такого закона нет. Нет закона. Есть закон, федеральный закон. Нет, такого закона нет. Пачками же вот сейчас самые нечестные выборы, да? Вы смотрите в интернете по всей стране. Массовые вбросы. Смысл тогда вообще голосовать? Они не могут быть никакими голосами. У нас стоит печать нашего участка. Буржуй тариф не примет. Нет, ну все может быть. Нет, не может быть. Абсолютно однозначно. Без печати не принимают. Другой печати не принимают. И так далее. Там много чего. Печать это я нет достойных кандидатов, я хочу оставить свой голос, чтобы никто за меня не проголосовал.
Ну я хочу так. Это мой голос, я хочу со своим голосом распорядиться так, как я хочу. А если вы вынесете бюллетени, потом думаешь, отделаете бюллетень с нашей печатью, кто-нибудь придет. Как поделать? Что, у вас там степеней защиты миллион. Ну, кто знает. Как его можно подделать? Раз вы говорите, что его кто-то может подделать, почему вы не можете подделать это сделать? Те, кому надо, кто у власти. Если вы сделать недействительно, да? Я про что говорю. Нет. Хорошо. Которым отвечаем. Сейчас просто, если вы не дадите, вы нарушите права. То есть будем дальше как. Нет, вы раскидываетесь. Господи, полицейский, представьте, кто мне вот сейчас пытается закон. Старший полицейский. Ага. Ну что, великий Google говорит. Все, вам интересно. Да? Прям статья, чтобы вот почему нельзя выносить полицию. Не, ну вы-то оформляете полис. Почему? А вы с меня оформляем, да. Потому что мы вы сейчас оформляете для голосования. Ваше дело да, оформить для голосования. Я же еще ничего не пошел. Мы расписали за эти бюллетени, вы их вынесете, и мы будем за это. Сейчас никто никуда не выносит. Ну вы решили вынести. Почему? Я сейчас не соскочил никуда, не пошел. Вы сейчас... Когда решится, хорошо, полиция стоит. Это же не ваше дело. Ваше дело в оформе. Да, все. А полиция уже... Дадут они мне вынести? Не дадут. Это их уже. Взять на себя эту ответственность. Это не только полиция ответственность. Ну и ваша. Вы не выносили бюллетени вот, с территории. Вот. Нет, я вот спрашиваю. А они-то тут при чем? Они тут только оформляют, сейчас подают, правильно? Они выдают и смотрят за тем, чтобы вы направились в кабинет для голосования. Так, хорошо. Там тоже есть... А вы мне должны указать, на основании чего вы мне указываете, что я его забрал. Ну, основание того, что вы сообщили, что не хотите с собой бюллетень вынести. Хорошо, но это мой голос, это мой бюллетень. Это бюллетень назначен для того, чтобы вы выразили свое волеизъявление. Я? Голосование и опускание его в а не уносить его домой. Конечно. Не уносить его домой. Против всех это не голосование. Значит, если вы не хотите голосовать, вы возьмите свои бюллетени и опустите их без момента. Чтобы потом кто-то проголосовал за кого нужно. У нас считает машина. Она просто ваш бюллетень прочтет и признает его недействительным. У нас в протоколе есть строка. Недействительный бюллетень. Это бюллетени без пометок. Или с пометками. Вы меня дослушаете, я договорю вам, а вы потом будете продолжать. Вот, если у нас будет время вас послушать. Значит, смотрите, у нас есть в протоколе три строки. Действительный бюллетень. Это когда человек сделал одну пометку напротив одного кандидата. Недействительные бюллетени, когда нет ни одной пометки или пометок больше, чем нужно. Более одной. Эти бюллетени не учитываются при подсчете голосов. Это считает машина, она беспристрастна. Значит, действительные бюллетени, они все посчитаны не по количеству голосов, проголосовавших за кандидата или за партию. Недействительные бюллетени не участвуют в подведении итогов, когда подсчитываются голоса. Это считает машина, она беспристрастна. Никто, я вас уверяю, что если вы не действительно бюллетень опустите, вы все сказали?
то тогда никто ваш бюллетень не засчитает ни в пользу никакого голоса. Значит, если вы берете бюллетени, вместе с полицией сопровождаем вас до кабинки, вы там голосуете, поскольку вы уже провокацию нам пытаетесь... Почему нет? Я за предупреждение. Потому что заявление о выносе бюллетеней с территории участковой избирательной комиссии – это провокация. Нет. Значит, вы либо голосуете, либо покидаете. Нет, я покину, но вы не я не требую с вас, вы мне статью скажите. По какой, ну, по какому закону я не имею права свою бюллетень забрать. И все, я пошел. Закон, статья, почему я не могу это сделать? Хорошо, если у вас есть время, я сейчас позвоню в ТИП и узнаю, почему. Позвоните, я не знаю, что тут полиция ходит, да, не могу узнать. Владимир, вы снять сейчас это принципиально вам нужно. Да, я хочу просто повесить его на стенку и решить, что вот, я участвовал. Я же не просто так, я не хочу никого повторить, я хочу на память его ставить. Это для нашей страны решающий шаг. Ну просто кандидаты, ну вот я не знаю, хочу не прошу. И все. Я не хочу, чтобы кто-то воспользовался моим голосом, ну куда-то использует. Еще раз отвечаю вам. Никто вашим голосом не сможет воспользоваться, потому что машина читает только действительное удостоверение. Все остальные бюллетени, да которые остаются, все остальные бюллетени, которые остаются на территории избирательного участка, в присутствии наблюдателей, гасятся, то есть у них отрезается правый верхний угол, таким образом они превращаются в просто бумагу. И ни один бюллетень не уходит. Это потому что у нас наблюдатели, у нас здесь члены участковой избирательной комиссии с решающим голосом, это все делается в их присутствии. Поэтому либо бюллетень опускается, не голосуете, либо протестуете против всех, либо действительно бюллетень опускаете, либо он остается у нас. Потому что это собственность государства. Это мой голос. Бюллетень. Голос ваш, а бумага государственная. Хорошо. Либо она в машине, либо у нас. На территории. Вы сейчас пытаетесь заговорить. Я не пытаюсь вас заговаривать. Я вам объясняю, что государство выдает вам бюллетень для того, просто, чтобы вы его унесли домой. Я все понимаю. Это не ваше. Это все хорошо. Вы мне скажите, почему я не могу, и я пошел. Все. Я даже их получать. А я вам объясняю, почему вы не можете. Нет, вы. Потому это... что бюллетень — это государственная собственность. Ну, вот, номер статьи и закон. Почему бюллетень нельзя? Это государство. Потому что на каждых выборах тысячами, вот все выборы у нас, что в стране были, тысячами бюллетеней люди брали домой. Кто не хотел изъявлять свою волю? Ой, кто брал? Нет, подождите, правда, неправда, я не знаю. Но я не видела, какие тысячи выносили с нашего избирательного участка, ни один. Я не говорю про вас, я говорю в целом по стране. А в целом по стране это к ней вопрос. Мы сейчас решаем на территории нашего. Хорошо. Вы знать не можете? Я вам объясняю. Нет, мы спорим вам, бюллетень, что вы мне отказываете. Бюллетень, я вам объясняю. Голосование. Нет, мы вам забрать не с собой. Не забрать с собой отказываем. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Сейчас, да? Забрать с собой нет. Бюллетень это собственно сказал. Нет, он сказал, избиратель сказал, что раз мы не даем вынести, значит он пойдет дальше разбираться. Вот смотрите, есть определенный порядок, правильно? Есть определенный порядок голосования. Вы приходите на избирательный участок, вы согласно прописке. Стойте, вы статью закон не нашли. Почему не нашла? Вот федеральный закон. Что? Вот 13.07.2015 год. Что это номер. Вот, смотрите, читайте. Есть определенный порядок голосования. Давай, все про него знают, давай, и вы знаете. Я вам сейчас прочитаю, вы меня дослушаете. Значит, есть порядок. Вы пришли согласно прописке, да? Вас нашли в списке, мы вам выдаем бюллетень. Дальше порядок нам говорит о том, что вы проходите в кабинку для голосования, делаете свое волеизъявление и опускаете бюллетень в КАИП-урну. Правильно? После этого вы покидаете участок. Все остальные действия рассчитываются как самоуправство. Что значит самоуправство? Вы нарушаете установленный порядок. Если бы я взял и пошел, я предупредил вас. Нет, в любом случае. Нет, в любом случае вы нарушаете таким образом порядок. Если вы не проголосовали и выносите бюллетень. Так, Владимир, аргумент простой. Я спросил. Бюллетень это государственная собственность. Это не самоуправство. Вы нашли статью самоуправства? Я вам говорю, что это нарушение порядка о голосовании. Со мной все согласны. Вы не знаете закон. Радуйтесь.